Так, і до нашої студії сьогодні завітала Ірина Пишнєва, власниця домашніх тварин, та Олена Троян, голова Миколаївської обласної громадської кінологічної організації. Доброго ранку вам. Добрий день. І ви завітали сьогодні не самі. Представте, будь ласка, ваших друзів. Ну, начинаємо з мене. Це Екатерина, Константа, Трон. Американський кокер-спаніель. Это Аполлон, жемчужина русской окраины, тоже трон. Это просто Васса. Васса. Да, дома она Несси. Несси. Так, Васса, Аполлон и Катерина також сьогодні із нами в гостях. Я вітаю вас із тим, що ви завітали до нас. Отже, сьогодні розберемося, як нам із ними подорожувати, тому що не можемо залишати їх вдома, якщо плануємо відпустку і кудись далеко, і надовго. Але і варто пам'ятати правила, як їх перевозити, тому що це важливо. І бачимо, що в таку спеку їм важко інколи. Отже, давайте поговоримо про спочатку про догляд за ними влітку. От що має бути із собою, якщо просто виходимо десь на вулицю, в обід там, чи, і коли можна взагалі з ними виходити гуляти? Значит, выходить в летнее время желательно очень рано, когда не встало солнце и когда не началась еще жара, то есть это до 8 утра. И в вечернее время, когда солнце уже село. То есть, потому что собаки склонны к тепловым ударам. Если же необходимость еще выводить днем, желательно это делать по тени и буквально ну, 10-15 минут, чтобы только сделали свою нужду. То есть максимум. Да, и даже вот на эти короткие прогулки желательно с собой всегда носить воду. Так, воду. От як правильно їм, яка вода має бути, чи холодна, чи тепла, от в також цьому? Комнатна температура, обыкновенна вода, ну, звісно, не гаряча, вот, чуть-чуть прохладна, но не холодна, тому що холодною водою собак не моють зверху, то есть їх шерстний покров не покриває водою. Якщо ви хочете охладити своє животне, ви повинні зробити це або в паху, або лапки. Можна і так, і там. І таким вот чином ми їм допоможемо. Да, да, так, да. То есть, да, потому что если мы мочим шерсть, особенно если вот на головку, у нас получается тепловой, как, шок. Нет, не тепловой шок, а как термос. И вот, и от этого получается еще больше. Ага, тобто те, що інколи роблять господарі, так, поливають тварину водою, це неправильно. Так, да, так. Да. Так, надо по, іменно поливати іменно голі частини тіла, тобто це пах і лапи. І таким чином ми їм допоможемо. Да. Ну і обильне питьо, звісно, давайте, іначе. Ну і в домі повинно стояти обов'язково, місечка з водою повинна стояти обов'язково. Ну, взагалі, літо – це іспитання для животних і для хазяїв. Дуже велике іспитання. Ну, во-первых, вигулювати собаку, любую свою, помимо того, що поводок, вот, обязательно собака должна быть в наморднике. Да, да. Вот смотрите, вот мы сейчас к вам пришли, да, у нас собаки в наморднике. Вот, да. Это или такой наморник, чтобы, вот, дышал кушать, чтобы дышала собачка. Сетка. Не одевайте никогда металлические. Они прижигают языки, а зимой прилипает язык. Вот. Поэтому лучше всего иметь кожу, сетку, ну, смотря для каких целей. Если, допустим, чисто прогулочный, то лучше сетку. Да. Но вот есть в продаже, бывает, ну, это надо посмотреть в интернете, я привезла с другой стороны, намордник силиконовый. Кстати, он очень удобный. Он удобный для собак, которые, смотрите, видите, собачка дышит. Вот, она может язычок вот вытянуть, но подобрать ничего с земли она не может. Это очень удобно. Да, можно я пока ее сниму, потому что она четко сидел, вот, так лучше, вот так, конечно, так, так лучше. Так. Вот. Что касается, обязательно брать с собой водички. Есть сейчас в продаже очень много различных поилочек, абсолютно разных. Но на худой конец берете просто водичку с ладошечки, вы собачку сюда попоите, можно будет умыть ее, это не проблема. Я хочу вот дополнить Лену Михайловну, что в принципе люди должны знать, собственники собак, хозяева собак, что у собак совсем другая физиология, чем у человека. Они не потеют, у них нету потовых железочек. Железо, да. Поэтому даже лохматые собаки, вот многие говорят, ой, вы ее подстригите, потому что ей жарко. Ничего подобного. Нельзя собак, которые постандартны. Если стричь, да, хотя бы оставить сантиметр, потому что вот это вот будет теплоизоляция, не будет ожога. Да. Вот. Дело в том, что природа очень разумно распорядилась. И стандарт породы – это порода, которая любая собака выполняет какие-то определенные функции в своей жизни. Вот это охотничья собака. Она должна бегать по хащам,
по кустам, по траве, вот, прыгать, нырять, доставать. Есть же русские спаниели, они достают дичь с воды. Моя должна побежать обязательно, американский кокер, должна поднять, поднять птицу с травы. Поэтому эта трава-то она может и лапки порезать. Шерсть ей помогает. Угу. Вот это охотничья собака. Сторожевая собака. Она защищает, потому не так просто природа придумала вот такой вот экстерьер собаки. Угу. Поэтому стричь нежелательно. Но вот мы правильно говорим, вот лапочки подстригаем, чтобы было хорошо. Вот, подстригаем пузико. Пузико подстригаем. Угу. Вот, они пузиком дышат. Поэтому собаки, вот вы заметили, что они забегают домой, бегут в ванную, ложатся на кафель. Не знаю, насколько это хорошо, но там не очень холодно, но там они остужаются. Угу. Нельзя собак держать под кондиционером. Угу. Боже упаси. Да. И еще, когда перевозите животных в транспорте, это, конечно, прикольно смотрится, когда собака смотрит в окошко. Но это чревато тем, что собака может продуть себе ухо то или то глаз. Да. Поэтому это все, конечно, прикольно смотрится, но... Краще не рисковать. Да, лучше сделать так, чтобы собака была пристегнута для техники безопасности в машине. Mm-hmm. Вот. Или же, если есть багажники, была в специальных контейнерах, вот как вот я принесла. Mm-hmm. Вот. Или же в специальных клетках. Есть специально оборудованные такие сетки, вот, особенно это охотники, когда ездят на охоту. Багажник, сетка, чтобы собака, когда ехала, не травмировалась. Так, це ми вже заговорили про перевозку тварин, так? Ми зрозуміли, що маємо їх... Я ще треба буде, якщо ми вже, да, хотіла сказати по поводу устюків. Це зараз дуже болезненно, всі ждуть цього періоду з страхом. Значить, я спасаюсь... Немного собак, я спасаюсь своими собаками, я просто им мочу лапы. Или же вот полностью вот собаку, смотря где я погуляла. Устюк раскисает, и он уже не острый, он уже не опасный. Угу. И, естественно, после каждой прогулки надо просматривать не только лапы, но и пах. Угу. Подмышками, то есть голову. Это надо просматривать. Есть для этого массажные щеточки, я вам тоже принесла. Угу. Вот. То есть вот такая независимость какая-то, вот мопс или это длинношерстная собака. Вот. Щеточка прошлись, и этот устюк остался на щеточке. Угу. Не на тварине, так? Да. Так, якщо буде сонячний удар, от так от вийшли так з тваринкою в погоду, таку спеку в обід, так от що робити, як їй допомогти? І як нам взагалі зрозуміти, що тварині не так же й добре зараз? Ну от, допустим, в природі животні себе вырывают ямы. Вот. В частных домах люди, конечно, кричат «караул», потому что весь двор в ямах. Это надо, чтобы собаку, если, не дай бог, такое случилось, естественно, обильно ее обливать. Угу. Потом, ну вот у нас буквально вчера был такой случай, щеночек перегрелся, и у него первые признаки – это у него учащенное сердцебиение, тяжелое дыхание, и собака иногда может рвать. Корвалол и ножпа. Угу. Вот, то есть это вот такое вот, ну, скорая помощь. Ну, естественно, в прохладное место можно в ванну. В каких пропорциях разводят? Ну, это я уже ж не буду сейчас уточнять. Так. Вот угу. Уже каждый возьмет, почитает в интернете угу. Или обратится к своему лечащему врачу, ветеринару. Ну, конечно, лучше всего консультироваться только с врачами. Да. Предварительно. То есть, ну, скорая помощь в доме должна быть. У нас же у каждого есть что-то дома. Да. Вот. Еще по поводу, вот, плавно будем так переходить. Не надо собак поить дома стерилизованной водой, ну то есть вот, которой вода очищена. Uh-huh. Попадая на природу, у вас же не всегда будет, она может и с лужи лизнуть, и с моря, и в речку побежали, и с речки. Да. Вот, организм будет, ну, не подготовлен к этому. Поэтому лучше давать дома приучать обыкновенной сырой отстойной вода. Uh-huh. Ну, каждый день ее менять, потому что она моментально у нас портится, когда они особенно с такие мордатые морды вот, опускают uh-huh. туда. Вот. Поэтому обязательно, чтобы была свежая вода. Угу. Вот, и, не очищена. Да, не очищена. Если же такое случается, собаки начинают, у них расстройство начинается. Ну, если это морская вода, это ну, ничего такого особенного страшного нету. Надо просто брать препараты, такие, как говорится, мягкие, не химические. Вот, и абсорбенты какие-то. Да, абсорбенты. Да. И состав трав. И попоить просто собаку и составом трав. Ну, то есть, если вы едете...
Так, занотовувати ці поради, от як рятувати свою тваринку, якщо раптом станеться так, що вона може отруїтися водою, якщо ви її припчили вже до зуби. Много води, ніякої їди, от тільки спаювати і от, щоб були збор трав. Так, ну вода для них дійсно це дуже це зараз спасіння. Це порятунок. Подорожі, от як? Ми вже зрозуміли, що їх перевозити в контейнерах, це найкращий варіант, із спеціальними намордничками, так от, шкіряними. Якщо собака в контейнері, намордник не треба. Це якщо без контейнеру. І зрозуміли, що у вікно їм краще не висовуватися, це їм допоможе. Що варто ще пам'ятати? Щодо документів, можливо, якщо ми за кордон їдемо. Це обов'язково. Тут і без кордону, навіть якщо ви будете кататися по нашій Україні, ви будете передвигатися в поїзді, в електричці, навіть в автобусах міжнародних там все це сообщення. Обов'язково существують определенні правила, які Укрзалізниця, вона публікувала ці правила у себе на сайті, з ними можна ознайомитися, це не проблема. Прежде всего, любая собака, кошечка, птичка, ну не знаю, как птичка, а котик точно, вот, имеет паспорт ветеринарный. Ветеринарный паспорт, где отмечаются то, что там ставили прививочки, обрабатывали отблох. Вот. Обязательно берется, если мы едем куда-то в другой город, мы должны в специализированный форму номер один, по-моему, да? Да, прививка против бешенства обязательно. Каждый должна. Год делаем прививку от бешенства. Это как отче наш. Во-первых, вы спасете свое животное, прежде всего. Да. А во-вторых, так полагается, это правило, которое... Потому что этим заболеванием болеет человек. Абсолютно, да, совершенно верно. Поэтому это надо делать обязательно. Вот. Эта справка действительно чуть сколько? Три дня. Да, то есть не за три дня до выезда вы, вы должны ее сделать. Прямо вас без нее просто никуда не пустят. Вы можете купить билеты. Я сейчас расскажу, как это делается. Вы можете договориться с водителем, знаете, там, Блаблакаром, например. Вот. Но, тем не менее, любой, как говорится, пост вас всегда спросят, покажите вашу справку. Документы. Вот. Документы, которые дают вам право перевозки существа, то есть из города в город, потому что есть свои там какие-то определенные карантинные требования и границы. Ось, до речи, так, стосовно карантину, як от змінилось також от подорожі з тваринами? Які правила, можливо, нові? Пока особо никаких. От я буквально перед тим, як от к вам зайти, ми пересмотрели. То есть, ну, в принципі, да, по логіці вещей люди действительно їздять в масках, там, там дистанція определенная. У собаки так була определенная дистанция. Если мы в поездах, вот чаще всего я езжу в Киев. Ну так, Днепр, Киев. Вот, обязательно справочка, форма 1 за 3 дня, а 3 дня она действительно, скажем так. Если приезжают в тот же другой город, я тут же иду и собираюсь там через какое-то время уезжать, через недельку, я точно так же в этом же другом городе подхожу к ветеринару, показываю свою ветеринарную книжку, он делает беглый осмотр собаки. Ну, они это знают, они это умеют, у них свои правила, и тоже дают мне эту форму, что я там ничего не подцепила, там неделю отдыхала, и могу спокойно уезжать. Сейчас моя лапочка. Не забываем возвращаться. Однозначно. Берется специально, покупается билет на животное обязательно. Вот. Он называется грузовой, у него очень приятно, конечно, тем не менее. Если собака выше 45 сантиметров в холке, вот, однозначно надо выкупать купе. Ну, по правилам написано до 45. Вот, ты можешь с собакой находиться, ну, иметь свое место. Вот, собака должна быть обязательно в контейнер взять с собой. Вот, обязательно водичка, обязательно, ну, мы же культурные все люди, правильно? То есть, в принципе, есть масса различных средств, которые позволяют нам, гигиенических средств, вот, спокойно, не мешая другим людям, не мешая другим людям, то есть, вот, в принципе, они есть различные. То есть, контейнер для уборки за собакой. Ну, самому будет приятно, правильно? И мы не будем людям мешать. Почему выкупаются обязательно там в купе обязательно в места? Потому что, ну, это мы сами людям собак, правильно? А есть же люди, которые, в принципе, не могут переносить. Это их право. Бывает поэтому, аллергия, конечно, так? Однозначно. Собаки, которые выше 45 сантиметров, вот к Лене Михайловне, они, конечно, будут... А, билеты продаются в первый, по-моему, и в последний вагон. Да. И в тамбуре вместе с хозяином. Зрозуміли. Ну, ну, ось такі правила, але до них варто звикати, якщо ви хочете подорожувати зі своїм домашнім улюбленцем. В автобусі гораздо проще. В автобусі проще, тому що, допустим, от моя собака, тобто у нас до 30, до 45, я можу тримати її на руках.
Вот она входит в стоимость билета, что самое приятное. То есть тут можно сэкономить. А если, например, то есть такой вариант собак? Как багаж, оплачиваешь багаж. Если вы договариваетесь с водителем, предварительно, или вы покупаете место. Но собака должна, вот такая большая, должна быть на полу. Вы выкупаєте місце, но собаку в крісло ви не садите. Я просто пам'ятаю, що було колись подорожували і їхали з острова, наприклад, з такою собакою. Це було проблематично для інших пасажирів, тому що собака кидалася, і господар просто не могла нічого з цим зробити. Собака не соціалізована. Владельці, знаєте, от прежде всего, якщо ти завел животное, це як ребенок, ти должен їм займатися. Бути відповідальним. Да. І ми ж займаємося воспитанням дітей. Чому ми не повинні займатися собаками такими? Вони ведь действительно, должны быть, они могут понервничать. Вот, они могут неадекватно себя вести. Мы себя неадекватно на некоторых людей ведем, а животные то же самое. Так, зрозуміли. Отже, запам'ятали, якщо ви подорожуєте, маєте знати про те, що варто брати з собою спеціальну форму, яка робиться за 3 дні до від'їзду, так, яка дійсно 3 дні. Маєте взяти обов'язково водичку з собою, зараз влітку це дуже важливо. Так, ліки, як собі, так і тваринці, також, щоб їй допомогти. Пакетики гігієнічні. Не забуваємо. І, звісно, намордничок, щоб вона... Ну, щоб і спокій був для інших пасажирів, так, і для себе, так. Але пам'ятайте, лише шкіряні, металеві не можна, тому що це шкодить тварині. Ну, і як доглядати, ви також зрозуміли. Водичка обов'язково, вигулюємо до того, як сонечко вийде і буде пригрівати нас. Тваринкам це небезпечно. Я вам дякую за ці поради, думаю, вони дуже корисні були для наших миколаївців, які люблять тварини, хочуть, щоб вони подорожували і бачили світ разом із ними. Я нагадаю, до нас завітала сьогодні Ірина Пишнєва, власниця домашніх тварин, та Олена Троян, голова Миколаївської обласної громадської кінологічної організації.